Самарская область улучшила свои позиции в информационном рейтинге Region ID, который формирует агентство стратегических инициатив. Об этом доложили на заседании Общественной комиссии по развитию инвестиционного законодательства Самарской губернской думы. Рейтинг оценивает работу регионов по созданию комфортных условий для предпринимателей. Согласно поручению президента, в губернии внедряются 12 целевых моделей. Это комплексы мер, которые сделают проще ведение бизнеса и улучшат инвестиционный климат. По итогам работы за ноябрь-декабрь 2017 года средний процент достижения целевых значений показателей по всем 12 целевым моделям вырос с 71,6% до 94%. Также на заседании комиссии обсудили реализацию проектов с использованием государственно-частного партнерства и законопроект, который касается резидентов территорий опережающего развития. Разработчики документа предложили предоставить таким компаниям дополнительные гарантии при изменении налогового законодательства и в определенных случаях продлить срок инвестиционного меморандума. Проект отправлен на доработку с учетом замечаний депутатов.